государство делает очень большие усилия для того, чтобы сделать среду, доступную среду для людей с ограниченными возможностями. А в этой инициативе мы эту среду наполняем. То есть мы меняем сознание людей, мы положительно настраиваем молодежь и их энергию, их желание помогать, их желание быть полезными, мы направляем в нужное русло. Работа над проектом велась в течение нескольких месяцев подготовительная. Было проделано очень много работы. Мейкеров отбирали, мы получили огромное количество заявок. И сейчас мы получаем огромное удовольствие от их эмоций, от их работы, от эмоций миднооров, которые каждый день приезжают к нам, и они просто не хотят уезжать. Уважаемые участники и гости, доброе утро! Позвольте начать наше мероприятие. Мейкатон Том. Тикунлам Мейкерс в переводе с иврита означает «изменяющий мир к лучшему». Ребят, я хочу выразить вам громадную благодарность. В первую очередь нашим дорогим неднорам. Спасибо огромное, что вы поверили в нас, поверили в идею, поверили в ребят. Я думаю, что это мероприятие даст еще больше изобретений, способных облегчить жизнь нашим людям с ограниченными возможностями. Доброе утро. Я Даниэл из Израиля. Это очень долгожданное событие. В общем, чем мы будем заниматься с вами на протяжении этих трех дней? Вы будете создавать для этих прекрасных людей прекрасные изобретения, которые сделают их жизнь супер прекрасной. То есть вы дадите возможность им делать то, что до сегодняшнего дня они не могли делать без вашей помощи. Объявляем наш мейкатон открытым. Участников приглашают пройти за свои столы и приступить к работе. Мы решили сделать проект для людей с ограниченными возможностями, которые не человек будет тянуться куда-то наверх, а полки сами приедут к человеку, и он может на них положить что-то или что-то взять с этих полок. Мы не пришли с какой-то конкретной идеей, с какими-то конкретными наработками. Во время предварительной части Тома мы познакомились с нашим неднолором. Прекрасная девушка Алина, ей 25 лет. Она ведет социально активную жизнь, несмотря на то, что у нее церебральный паралич. Мы с ней поговорили, выяснили о том, какие у нее нужды. Ну и в результате мы выбрали идею. Она, поскольку самостоятельная, девушка стремится к автономии. Ей было тяжело производить влажную уборку в квартире. И мы разработали проект «Швабры» именно для нее, как для человека с ограниченными двигательными способностями. В общем, мы разработали эту модель. Мы хотели сделать ее прочной, легкой, удобной. Сейчас мы уже второй день работаем над проектом башмачка. То есть мы сделали с друзьями 5 разных вариантов. Сегодня мы померили 2 варианта на нашего неднойвера Виктора Васильевича Беляев. Такой человек, который абсолютно не может критиковать какие-то работы других людей. Это, конечно, удивляет. Позитивный очень человек. Но мы, в общем, вроде бы как один из наших разработок ему понравилось. Мы эту разработку будем сейчас продолжать, заканчивать, завершать. Жеке өзіме тәжірибеге келетін болсақ, біріншіден конструкция саласы бойынша кішігірім болсын өзіме тәжірибе жинадым. Яғни бұл сала бойынша мен сырттай не істеп жүргенмен нақты былай айналысып көрмеппін. Сол себепті бұл мен үшін үлкен тәжірибе болды. Яғни 78 сағаттың ішінде құрылғыны жасау және де манағыдай ой шапшаңдығын байқау үшін өзіміз 4 сағаттың ішінде жаңа идеяның нұсқауларын ойлап табу арқылы өзіме де деген, мысалы жаңа белестерді бағындырдым деп ойлаймын. Бұл деген, яғни біріншіден өзіме де үлкен сынақ болды. Қандай
қандай тез уақыт аралығында қандай шешім қабылдай аламын, қандай шешімдер ойымызға келеді, сол сияқты, сол секілді жылдамдыққа манағыдай тез шешім қабылдауға деген үлкен тәжірибе болып табылады. У нашего Нитновера имеется патология такая, то, что после ишемического инсульта у нее развился гемипарез, и она в течение 10 лет находится в коляске. И мы разработали экзоскелет, мягкий экзоскелет, который будет предназначен для реабилитации нашей Нитноверши. Этот экзоскелет возобновляет нейронные связи между головным мозгом и проводя, получается, стереотипные движения, вспоминать и разрабатывать стереотипные движения, которые в дальнейшем поможет нашей Нитноверши вновь возвратиться в обыденную жизнь. И мы надеемся, то, что она будет ходить сама. Мы часто даже не задумываемся, что в Казахстане около миллиона человек с ограниченными возможностями. Не дай бог, представьте себе, как трудно этим людям. Как трудно этим людям, которые ограничены в той или иной форме, жить, работать, радоваться и наслаждаться жизнью так, как делают это все. Наша задача – помочь этим людям. Я очень рад, что сегодня ТОМ проводится в Павлодаре. Я бесконечно благодарен мейкерам, которые приехали со всего Казахстана для того, чтобы помочь создать, найти решения, механизмы, инструменты для того, чтобы жизнь сделать людей с ограниченными возможностями максимально комфортабельной. It is really, really great and exciting to be part of TOM Kazakhstan. It's a new start for Kazakhstan and for TOM. And to see the amazing project that having done here. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто приехал сюда, всем командам. Вот, ну, я понимаю, что вы сейчас не отвлекаетесь, но тем не менее, команды, большое спасибо, вы делаете очень хорошее дело. Большое спасибо нашим, слово Nitnower, новое, наши клиенты, наши потребители, что вы пришли, вы не побоялись раскрыть свои какие-то проблемы, раскрыть свои потребности. Спасибо вам. Мы собирали мейкеров со всего Казахстана. Они были полностью включены в этот процесс. Они были вдохновлены этой идеей и готовы работать 72 часа без сна. Это уже о чем-то говорит. В Павлодаре мы будем создавать все условия, будем конкурировать со всеми городами, со всеми областями. Я думаю, что мы должны активно распространить, чтобы принимали участие все учебные заведения, все молодые ребята с инициативами, с идеями и, самое важное, с открытым сердцем. Even if you don't give the project that is completely finished, but it's a step of a community that now in this time, in the first event, we build together the community that can help one each other in the future to work on this project and to finish them. Насколько люди с ограниченными возможностями, они приезжают сюда и смотрят, они нуждаются в данных изобретениях, в данных улучшениях. Приходишь, как вот какое-то уютное, теплое место, где тебя все любят, вот уже прям сразу. Они не предлагают хорошее такое, которое для меня подходит. The great ideas and the great makers working together and create a better world for us is just an honor and a gift to be part of this project. TOM – это хорошая возможность показать, что социально ориентированный бизнес – это не просто что-то такое малоприбыльное, малобюджетное, а что это может быть очень прибыльным и очень полезным для общества, для конкретного человека и для страны в целом. It's amazing to see the project and to see the people that is there from completely from different places and different skills and come here with the driving, with the passion to help to another people with disabilities. I'm very excited to see here and to be here in the first event of TOM in Kazakhstan.
Мы очень рады и мы очень надеемся, что проект будет жить, и каждый год он будет осуществляться в новом городе, и движение мейкеров будет у нас расти в Казахстане. Мы благодарны всем неравнодушным, которые присоединились к этому проекту. Thank you for this opportunity, and we hope that we will keep going and growing in this country. Он верит в них. Да. Никогда не сдаваться, идти только вперед и быть всегда на позитиве.